Всем привет! Ну и пока мой автомобиль погреется на солнышке, я решил вам рассказать о том, как можно провести время на пляже Протамнак. Можно вот так вот. Можно побеседовать с каким-нибудь другом, если вы его имеете на пляже. Можно попросить тайскую бабушку приготовить вам что-то. А после вкусного обеда, по закону Архимеда, можно и немножечко вздремнуть. Можете также ловить рыбу. Можете ловить ее с берега, а можно и на суше. Можно попробовать ловить ее даже с пирса, но бросать далеко. А можно просто попиариться и пофотографироваться. Вы хотите остаться, но замучили визы? Тогда найдите себе жену. И визу тогда нужно будет делать только один раз в год, потому что у вас жена тайка. От ничего не делания можно поглаздеть, как играют местные детки. Ну а можно спереть особый рецепт у тайской бабушки и готовить все потом дома. А вдруг на родине этот тайский бизнес приживется? Любой каприз за ваши деньги. Таечки готовы делать что угодно, главное договориться за сколько. Дедушка это увидел и судорожно бросился в интернет искать себе такую же таечку. Тоже хочет на массаж. Я плыву, 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 а вокруг волны, волны, волны. О, а может я на берегу? Я сплю? Нет? Ну, здесь ничего интересного. Скучный, обыденный разговор семейной пары. Пойдем дальше. Вот, здесь намного интересней. Дядька загорает, пузик греет на солнышке. А здесь дядька судорожно доедает свой кокосик, иначе жена не пустит его поплавать. За маму, за папу, за дочь. Милая, как ты, любимая? Блин, жена, кому я написал? Ой, извини, дорогая, как ты там, у тебя все хорошо? Да, это я в офисе здесь, запарился совсем. Если у вас классный торс, красуйтесь. Ну а если пузик, тогда у вас только один выход. Тещу под ручку и на фотографию. Давай, жена, щелкай. Сейчас, сейчас, вот обнимитесь. Так, вот хорошо уже, поправ капюшончик. Да-да-да-да, вот. Ну, а здесь выбирайте сами, на кого вы хотите глазеть. Или на торговку, или на отдыхающую. Наверное, на торговку. Еще ложечку за мам. Ну когда я пойду купаться? Вот жена, зараза. Если переживаете за лежаки, не бойтесь, вот их здесь сколько, можете полотенце не оставлять. А вспомните детство, разве вас не оставляли так ваши родители? Чтобы не переживать. Блин, снова мейкап не успела делать, вот зараза. А это-то место, где воды Паттайи, смрадные и вонючие, впадают в прекрасное море Паттайи. Купайтесь, дорогие. Вода льет ключом. Блин, лежаки по 100 бат. Да ну их в задницу. Вот я взяла полотенце, сейчас мы здесь с тобой ляжем и позагораем. Пошли они все. 100 бат. Ты понимаешь? 100 бат. О, я молодая, я на Титанике. Вспомнили сюжет? А здесь тайский фильм «Погоня». Суть в том, что на велосипеде убегают, а на коляске догоняют.
умеете кататься на паруснике? Вам сюда. А если нет, то бог вам помощь, лодка. Боже, как же вы меня достали, женщины, пустите меня, пожалуйста. Вот вам бесплатный код Wi-Fi. Сказали, ловит везде. Ловите момент, меня не сдавайте. Шо, и якудза тут тоже отдыхает? Не может быть. Пятизвездочные отели переживают за туристов. Моют все шампунем, мылом, все трассы буквально. А этот раритетный велосипед недавно достали со дна морского. Лежал возле Титаника. Вот так. Если вы устали на пляже, выйдите на набережную, пройдитесь, зайдите в магазины, можно на вокзал. Можно покушать с таечками. Если нет таечки, тогда с другом или самостоятельно подкрепились и снова на море. Купаться, купаться и еще раз купаться. Тайская охрана вас бережет. Па-па.